Вот такой тут парящий мост. Видимо, новый соорудили. Как бы обзорная получается. И Кремль видно. Посмотрим. Что там? Куча людей и вирус. Ясно. Сейчас посмотрим, как выглядит этот вирус. Какая туча нависла. Ага. Кремлевская набережная открывается с правой стороны. И вид на Кремль и собор Василия Блаженного. Василий он? Блаженный Василий? Значит, Василий. А, вон какой теплоходик плывет, интересно. Итак, мы идем по парящему мосту. И вот тут открывается такой обалденный вид на Кремль. И это что, мам, за здание МГУ? Вот то здание, что? МГУ? А что, Воробьёвы горы? В общем, одно из семи зданий. Министерство иностранных дел или Воробьёвы горы. В общем, пишите в комментариях, что это за здание открывается с Кремлёвской набережной, а мы парим дальше на парящем мосту.
спокоен парящий мост. Парит над Невой. Без какого-либо третьего столба получается. На двух столбах стоит. Интересное архитектурное решение.